Привет, друзья. Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Срочная новость от Генштаба ВСУ вечером 9 октября. По его данным, и эти данные подтверждаются видеозаписями, которые вы сейчас увидите, украинским военным в результате точного удара удалось уничтожить огромный склад с шахедами. 400 штук этих омерзительных тварей взлетели на воздух. На ваших экранах соответствующее видео, которое подтверждает этот высокоточный прилет. Как говорится в сообщении, удар действительно оказался ювелирным. Вы это видите. Пылает и горит. Вся эта мерзость, изготовленная на татарстанском заводе, который, если честно, давно хорошо было бы уничтожить тотальной бомбардировкой. Да, вот все это, что Россия хотела в очередной раз запустить по Украине, было ликвидировано. Как именно это было сделано, не сообщается. Возможно, ракетами. Ракеты добивают. У Украины такая возможность есть. Но если говорить именно о ракетах типа «Нептун», это точно не баллистика, слишком дорого на такую относительно небольшую цель. А вот «Нептуны» вполне. Но, скорее всего, долетели дроны. Сейчас не полезли ни пожарники, никто. А там люди живут вот как раз. Ну там же, да, дома. Ну а все подробности о том, что произошло, мы расскажем вам завтра утром.